Ровно через неделю закончится третий месяц российско-украинской войны. Войны, которая отличается от всех прочих внешнеполитических авантюр Кремля не только своим совершенно ужасающим масштабом и феноменальным крахом всех иллюзий, но и общественной реакцией. В отличие от Грузии в 2008 году и от Крыма в 2014, когда в стране действительно наблюдался большой прилив энтузиазма с первого же момента, здесь общественная реакция была такова, что за неделю пришлось перевыполнить десятилетний план по цензуре и репрессиям. Потому что иначе картина складывалась ужасающая. Мало того, что на фронте как-то все совсем не по плану, но и внутри страны самые лояльные лидеры мнений стали неотличимы от радикальной оппозиции. Сколько бы вертикаль власти не пыталась изобразить картину всеобщей активной поддержки и ликования, закрутив при этом гайки до хруста, мы видим, что никуда за пределы самой вертикали эта поддержка не выходит. Граждане не украшают свои автомобили буквой Z хоть в сколько-то заметном количестве. На вопросы социологов соглашается отвечать только 4-5% опрошенных, а любые кадры уличного ликования обеспечиваются лишь за бюджетный счет. Даже в самом своем начале, когда было еще не вполне ясно, как все обернется, маленькая победоносная война не стала никакой объединительной идеей. То есть даже старт был провальный, а дальше шло все хуже и хуже. Это должно быть очень важным соображением для тех, кто окружает Владимира Путина и задается сейчас вопросом, как выходить из сложившейся ситуации. Ведь сегодня вполне очевидно, что пока Путин на своем месте, пока закончить войну невозможно, ситуация будет только ухудшаться. Весь вопрос, с какой скоростью и в каких масштабах. Возможно, просто каждый день будут гибнуть солдаты, взрываться техника, вводиться все новые санкции и ограничения. А может быть и никто от этого не застрахован, таков уж побочный эффект войны. Ситуация перейдет в новое качество, в нее будут втянуты другие участники. Сегодняшний ролик о том, где наша страна оказалась всего за 3 месяца войны. И я знаю, что меня смотрят люди, принимающие решения, люди, находящиеся и в Кремле в том числе. И я предлагаю вам посмотреть этот ролик и подумать вместе со мной, что происходит и хотите ли вы в этом дальше участвовать. Если я сейчас покажу вам в произвольном порядке довоенные фотографии Мариуполя и любого крупного российского города, то до тех пор, пока мы не дойдем до каких-то узнаваемых мест в центре, до каких-то достопримечательностей, у вас не будет шанса понять, где в точности это снято. Точно такие же панельные дома, такие же торговые центры с цветными стеклами, следующие стилю коммерческого романтизма нулевых в архитектуре. Точно так же одетые люди, тот же общественный транспорт, такой же автопарк у жителей. Не просто так, еще 10 лет назад добрую половину российского кино и сериалов снимали в Украине. Потому что дешевле, а спальный район Киева от такого же в Москве никто никогда не отличит. Вот именно по этой Украине, по Украине исторически русскоязычной, по Мариуполю и Харькову, по тем местам, где на уровне быта, на уровне культуры жизнь практически неотличима от российской, по регионам, чьи жители – наши самые естественные союзники, партнеры, покупатели, сотрудники, зрители, прокатывается самый ужас этой войны. Война – это всегда ужасно, никто не заслужил смерти. Но даже война войне рознь. Когда вермахт пришел на советскую землю, все для него было чужим. Вокруг были непонятные люди, ведущие непривычный образ жизни и говорящие на незнакомом и непонятном языке. Для американских солдат Ирак – это вообще другая планета. Они в том Ираке не встречали свою привычную субурбию с подъездными дорожками, почтовыми ящиками и итальянской пиццерией на углу. А российское руководство на этой войне убивает просто своих. Причем убивает в прямом и переносном смысле. В переносном смысле это деградация России в тылу. Исключение ее из любых форматов взаимодействия с внешним миром. Тяжелый статус страны-изгоя, которую не ждет ничего хорошего. В прямом смысле это кадры бомбежек Азовстали, которые ничем не отличаются от какого-нибудь нижнетагильского металлургического комбината. Там работали точно такие же люди, говорящие на том же языке, проходили через такую же проходную, ходили в такую же столовую и вставали за те же самые станки. Для любого человека, который вырос в большом промышленном городе России, точно так же выстроенным вокруг градообразующего гиганта, разрушение Мариуполя – это буквально разрушение его дома. Десятки миллионов людей по обе стороны границы, живущие в одинаковых домах, имеющие похожие доходы,
за похожую занятость, одинаковую структуру потребления, которым сам Бог велел получать пользу, а не вред от того, что они граждане разных стран. Все они каждый день становятся беднее, и их жизнь с каждым днем становится хуже. Десятки тысяч из них уже погибли. Миллионы потеряли жилье и стали беженцами. Война России против Украины по разрушительной своей силе – это как война Германии против Австрии, война Франции против Бельгии. Это разрыв, уничтожение культурной и исторической общности, которая складывалась веками в обмен на ничто. В обмен на цели, которые с самого начала были иллюзорны, но которые к тому же еще и недостижимы. Вспомним Россию середины 90-х и ее армию. Нищие и оборванные солдаты, которых в плену кормят лучше, чем в казарме. Солдаты в бушлатах на 3 размера больше, в которых еще их отцы служили. Солдаты, от которых родина откажется при первой же возможности. Таковы самые мрачные свидетельства Первой Чеченской войны. Ту войну развязало государство в тяжелейшем трансформационном кризисе, которое с трудом выполняло даже базовые свои обязательства, вроде выплаты зарплаты и пенсии, у которого бюджет трещал по швам. А на федеральные избирательные кампании приходилось просить денег у олигархов. С Первой Чеченской войны прошло больше четверти века, промежуток длиннее, чем между двумя мировыми войнами. Последние 22 года государство находилось в полном шоколаде. Получало триллионы долларов от нефтегазового экспорта и сотни миллиардов тратило на перевооружение и техническое оснащение войск. Тратило, не считаясь ни с какой реальной потребностью. Сторонники Путина, его противники, люди как угодно относящиеся к войне как к факту, могли в 2022 году рассчитывать на что угодно, кроме того, что произошло в реальности. Да, все понимали, что если страна коррумпирована, у нее не может быть некоррумпированной армии. Но итоговые масштабы пиздеца превзошли все ожидания. Российская армия не коррумпирована. Это совершенно не то слово. Она в буквальном смысле абсолютно разворована. Кроме того, спустя 27 лет, когда служат уже дети тех срочников, которые штурмовали Грозный в Новый год 1995-го, спустя две волны армейских реформ и бесчетные обещания Путина о переходе на контрактную армию, мы видим даже не первую чеченскую, мы видим нечто худшее. Государство точно так же старается любой ценой отказаться от собственных солдат. Мы видим это в частностях, когда родные погибших не могут добиться от командиров никакой информации, получая лишь нелепые отписки в духе «ваш сын в расположении части отсутствует». Мы видим это и в публичном поле. Сознательный отказ от обмена пленными, вакханалия имени Вассермана и Володина в Государственной Думе. Реальные планы судить солдат противника как уголовных преступников. Это не только просто насмешка по отношению к мировому праву и бесчеловечно по отношению к защитникам Мариуполя и ко всем украинским военным, попавшим в плен. Это в первую очередь преступление против собственных солдат. Законы и обычаи войны и минимальный уровень приличий работают до тех пор, пока их соблюдают обе стороны. В этом случае невозможно делать то, к чему привыкло российское государство. Невозможно отказаться от правил в одностороннем порядке. Чем дольше украинские солдаты находятся в российском плену, тем дольше российские проведут в украинском. Чем хуже будут относиться к пленным с одной стороны, тем хуже отношение станет с другой. Вся эта война не только про глобальное воровство и некомпетентность, которые вернули армию туда, где она была, в середину 90-х. Она про готовность без счета жертвовать кем угодно, жертвовать безо всякой военной нужды, исключительно во имя нелепых пропагандистских построений. Мы не знаем, сколько солдат полегло на штурме Азовстали. Мы не знаем, какую цену заплатят российские военнопленные за планы по отказу от обмена. Одно мы знаем точно. Все, что произошло, все жизни, которыми заплатили и которыми еще заплатят, все это случилось в результате того, что с первого дня войны граждан России и самих себя кормили баснями про нацбатальоны, которые единственные и оказывали сопротивление российской армии. Только ради этого, только чтобы показательно судить хоть кого-то, российские солдаты не вернутся домой к семьям. По сути, сейчас в России мы наблюдаем уникальный исторический эксперимент. Можно ли взять целую страну, современную, встроенную в мировую экономику и изолировать ее от цивилизации? Подобные эксперименты в человеческой истории были. Но
все существующие сейчас наглухо закрытые режимы возникли не вчера. КНДР после Второй мировой войны, Иран после революции в конце 70-х. С того времени в этих странах выросло уже несколько поколений граждан, не представлявших иной жизни. Но нет никого, кто добровольно согласился бы на роль отшельника сегодня, в 21 веке, уже распробовав все достижения и выгоды цифровой эпохи. В России выросло поколение людей, которые привыкли путешествовать по миру, покупать товары в зарубежных магазинах, пользоваться сервисами типа Booking.com. Можно сказать, что прослойка этих людей невелика, что все это проблемы жителей Садового кольца, малоинтересные большинству россиян, но это совсем не так. Изоляция России от мира скажется абсолютно на всех. Футбольный болельщик из небольшого уральского города, простой работяга с завода, который никогда не уезжал дальше своей дачи, больше не сможет посмотреть матчи сборной России против сильных соперников. Ученый из провинциального вуза не сможет опубликовать свои работы в авторитетных западных журналах и получить из Европы грант на продолжение своей работы. Пенсионерка из Хабаровска не сможет пройти важное обследование в районной поликлинике, потому что аппарат МРТ сломался, а запчасти в Россию больше не поставляются. И, конечно, все это будет сопровождаться ростом цен, сокращением ассортимента товаров, безработицей и снижением зарплат. И невозможно будет не заметить изменения. Мы все будем жить хуже, беднее, и жизнь наша будет короче. Мы будем с ностальгией вспоминать даже не период конца нулевых, когда не было никаких санкций, а на Евровидении побеждал Дима Билан, а годы после 2014-го, когда Россия уже погружалась во мрак, но еще не превратилась в мирового изгоя. Как я уже сказал, экспериментов подобного рода в современной истории никто не ставил. Мы идем по этой дорожке первыми и, надеюсь, последними, и пока не имеем даже примерного представления, куда нас это приведет. Политика российского руководства и, в первую очередь, Владимира Путина лично обрекла целое поколение, уже вкусившее все прелести современной цивилизации, на жизнь в нищете и изоляции. Таков результат 22-летнего правления Путина. Как бы ни были успешны первые годы его президентства, это уже не имеет никакого значения. Если бы он спокойно покинул свой пост в 2008-м, в соответствии с духом Конституции, не пытаясь хитрить и устраивать рокировочки, то вошел бы в историю как в целом неплохой президент. Сейчас экс-глава России наслаждался бы жизнью, раздавал бы интервью главным телеканалам мира и читал бы лекции студентам Стэнфорда. Но он не ушел. И в итоге в учебниках истории будет описан как военный преступник, приведший Россию к крупнейшей национальной катастрофе в ее новейшей истории. Как бы вы оценили руководителя компании, который вместо ее развития и увеличения прибыли привел фирму к банкротству и уголовному расследованию, причем исключительно по собственной глупости, как абсолютно некомпетентного человека, которому нельзя доверить руководству вообще ничем, даже банальной лавкой? А тут речь о целом президенте страны. Страны такой большой и сложной, как Россия. Благодаря Путину Россия очень надолго, если не навсегда, утратила свои позиции, причем не только в мировом масштабе, но даже в масштабе того самого русского мира. Теперь Украина, а вовсе не Россия, будет центром восточноевропейского пространства. В Киеве, а не в Москве, будут появляться компании типа Яндекса. Именно там будут работать и жить молодые талантливые юноши и девушки из стран бывшего соцлагеря, и не только. Именно Украина будет определять дальнейшее развитие нашего региона. А все связанное с Россией, включая нашу культуру, на много десятилетий станет токсичным и немножко позорным. Нужно было очень постараться, имея столь хорошие стартовые позиции, так основательно все загубить. Но у Путина это получилось. То, что мы видим сейчас, на самом деле закономерно. Закономерно для устройства российского государства, которое транслируется и на устройство армии, и на способ ведения ею войны. Это государство, в котором не существует СМИ, освещающих события и описывающих реальность. Это общественное устройство, где телега стоит впереди лошади. Сначала пропаганда выдумывает реальность, а потом все остальные, чиновники и население, и армия пытаются в ней жить. Годами пропаганда рисовала российскую армию как современную, профессиональную, модернизированную силу. Значит, мы можем начать войну? Годами людям пудрили мозг украинскими нацистами. Значит, бессмысленно положим кучу людей, лишь бы захватить азовцев и морских пехотинцев. Значит, пожертвуем своими пленными, только бы солдат ВСУ не обменять. От кадыровцев, за время войны превратившихся из непобедимых воинов в тикток-ополчение, до успехов в импортозамещении. Вся путинская спецоперация одновременно и подталкивается иллюзиями, и разрушает их. Такая война могла случиться только в коррумпированной информационной автократии.
она же показывает, насколько под толстым слоем пропаганды на самом деле пусто. И тем, кто сегодня на вершине этой системы, а также тем, кто их обслуживает, стоит задуматься. Нельзя долго жить на чистых иллюзиях. Тем более, начав то предприятие, которое их разрушает. Рано или поздно не останется совсем ничего. Спустя 3 месяца войны оказалось, что никакие 90-е не кончились. Что самое богатое и благополучное время страны было потрачено в никуда. Что все достижения — это фантазии. Вера в собственный телевизор. Хорошо бы подумать, что еще выяснится через 3 месяца и где окажется наша страна тогда. Сегодня мы уже точно знаем исход этой войны. Множество граждан России и Украины погибнут. Все россияне и все украинцы станут сильно беднее. Их жизнь станет сильно хуже. Сейчас вообще вопросы только количественные. Сколько дней, месяцев, лет продлится эта война? Насколько беднее все станут? Сколько людей погибнет? Сколько станет беженцев? К этим размышлениям, к дискуссии не между хорошо и плохо, а о том, насколько плохо нас привел Владимир Путин и то его ближайшее окружение, которое во имя банального воровства, банального обогащения 20 лет ездило ему по ушам. Обогатились эти люди в масштабах того вреда, который нанесли на копейки. Все эти миллиарды и дворцы, все бизнес-джеты и яхты – это ущерб даже не от одних суток войны, это ущерб от нескольких ее часов. А вот чиновники, для которых государственная должность – это не супермаркет без охраны, где надо успеть наворовать вкусняшек, пока не приехала полиция, они сейчас должны находиться в полном ужасе. Потому что стало неважно все, что они делали до этого. Все их усилия стерты войной. Кем бы они ни желали остаться в истории, останутся лишь пособниками военных преступлений. Повторюсь, не все люди в российском руководстве спятившие чекисты, живущие в иллюзорном мире. В госаппарате есть грамотные и квалифицированные специалисты, которые совершенно не планировали оказаться на одном уровне с югославскими генералами. Но именно там они и окажутся, если позволят ситуации идти по неизбежному для нее пути. Если и дальше позволят закапывать себя и страну во имя ничего. Поэтому сейчас мой призыв к людям, которые все еще находятся в системе управления. Я знаю, что вы меня смотрите. Сейчас нужно уходить. Даже не только ради вашего личного будущего, хотя на нем ваши действия сейчас напрямую неизбежно скажутся. Но ради страны. Это звучит немного странно, что я к вам так обращаюсь. Но я знаю, что в действиях многих людей, находящихся сейчас во власти, есть какая-то своя логика и какая-то своя вера в то, что то, что они делают, это правильно и как-то полезно россиянам. Так вот, об этом можно было спорить и раньше, когда у нас была информационная автократия и шла борьба с российской оппозицией. Но сейчас спорить больше не о чем. Некомпетентный и неквалифицированный для своей работы человек занимает должность президента России, принимает безумные решения, от которых гибнут люди, которые просто убивают Россию. В этом нельзя участвовать. Нигде. Ни в Министерстве экономики, ни в администрации президента, ни в мэрии города. Нужно уходить. Прямо сейчас. До завтра.